Украинская певица и телеведущая Лена Штефан прилетела в Нью-Йорк. Здесь она приняла участие в Grand International фестивале, который прошел 25 и 26 апреля 2015 года. 2 мая в рамках своего визита в Соединенные Штаты певица побывала на Фэрвью-кладбище, чтобы почтить память своего кумира Уитни Хьюстон. Я сейчас нахожусь на родине великой певицы Уитни Хьюстон, Нью-Джерси, на кладбище Фэрвью, где она похоронена. Я очень хотела прийти, возложить цветы, поблагодарить за ее талант, за ее творчество, но, к сожалению, это сделать невозможно, так как стоит охрана и никого близко не подпускает. Такая воля ее близких. Приезжают со всего мира поклонники и тоже хотят почтить память, но сделать это они не могут, так как security, мы общались только что, и security сказала, что распоряжение ее семьи, семьи Уитни, таково, чтобы никого не подпускать. Но я не теряю надежду и думаю, что в скором будущем все-таки мне удастся попасть на ее могилу и возложить цветы. Yeah!
Ой.